товар сегодняшнего дня – это, конечно, товары для нашего с вами здоровья. За новогодние праздники, тем более за январь, мы все поднабрали немножко, а лишние килограммы – это минус год нашей жизни. Мы сидим дома, мы не двигаемся, у нас гиподинамия, у нас идет атрофация мышц. Но сегодня за 10 минут в день мы будем совершать с вами 45-минутные пробежки. Это как 2 часа качания пресса, это 1,5 часа игры в теннис, это час тренировок на тренажерном гимнастическом зале. Как это сделать за 10 минут, нам рассказывает эксперт телеканала Шопеншоу с медицинским образованием Александра Кленова. Саша, доброе утро. Здравствуй, Леночка. Здравствуйте, уважаемые зрители. Физкульт, привет. И этот час мы проведем с немецким брендом Guess. Уже 10 лет он представлен на рынке в России, причем компания использует передовые технологии из разных стран мира. Например, начинка в этой виброплатформе японская, а собран сам тренажер на платформах Кореи. Поэтому такие технологии объединяются и дарят вам здоровье, дарят вам стройную фигуру, помогут вам очень быстро похудеть. 10 минут на такой виброплатформе – это 10 тысяч шагов. Это равны они 1,5-часовой тренировке на теннисном корте, 45-минутной пробежке и часовой тренировке в спортзале. Когда мы стоим на виброплатформе и трясемся, сокращаются наши мышцы, прорабатывается подкожный жировой слой, поэтому мы худеем. И уходит даже висцеральный жир, внутренний, самый опасный. А еще это кардиотренировка, это прекрасная зарядка для сердца, потому что сердечная мышца сокращается, возвращает себе тонус, синтезируются мышечные волокна. Это зарядка для суставов, не только для коленных, но и для тазобедренных. Посмотрите на нашей Альбине, как хорошо работает именно эта зона. Еще такая тренировка – это укрепление мышц спины, а значит, хорошая осанка и профилактика остеопороза. Это зарядка для сосудов ног, то есть профилактика варикоза, потому что кровь разгоняется. Это улучшение самочувствия, это устранение отеков, потому что вибрируют также ноги, и отсюда уходит застоявшаяся лимфа. А еще это маленькая, компактная и очень легкая в управлении виброплатформа. Можно ей управлять с помощью пульта. И на пульте вы сами выбираете тот режим, который вам больше всего нравится. Есть режим ходьбы, бега и быстрого бега. Можно управлять с помощью сенсорной панели. Конечно же, в комплекте есть инструкция, в которой вы на русском языке прочитаете, что значит каждая кнопка. Итак, мы включаем виброплатформу. Потом устанавливаем себе время и скорость. Видите, все интуитивно понятно. Здесь мы время выбираем. Я советую начинать с 15 минут. Не слишком много и не слишком мало. Потом мы выбираем скорость, нажимаем на кнопку P и делаем вибрацию более интенсивной, либо менее интенсивной. Нажимаем на зеленую кнопку. Спустя выбранное нами время сама виброплатформа прекращает работать автоматически. А вот ваши результаты уже через месяц тренировки. Вы постройнете, ваше сердце перестанет болеть, оно станет более здоровым. У вас не будет болеть спина, у вас не будут болеть суставы коленные и тазобедренные. И вы будете в целом лучше себя чувствовать. И это немецкое качество. Немецкая компания Guess. Платформа помогает давать ежедневную дозированную нагрузку, очень необходимую нашему сердцу, сосудам, суставам и мышцам. В это хит продаж 2019 года. Более 6000 покупателей уже приобрели виброплатформу на нашем телеканале. А за одну презентацию у нас разлетается более 300 виброплатформ. Только сегодня, после новогодних праздников, мы снизили цену дополнительно. Цена у нас была по 15 тысяч рублей. Мы снизили цену дополнительно на 2000 рублей. И только сегодня главный товар дня за 12 999 рублей. Успевайте дозвониться прямо сейчас. Заменяет 10 минут в день на виброплатформе, заменяет час тренировок в спортзале, 45 минут интенсивного бега, 1,5 часа игры в теннис и 2 часов качания пресса. Дозвонитесь прямо сейчас. Но что происходит? Мы не можем выйти из дома, чтобы заняться. Нам врачи говорят, двигайтесь, откажитесь от гиподинамии. Но мы не можем. Январь был месяц холодный, сейчас очень у нас холодно. Если, например, рассматривать мой Забайкальский край, там 30 градусов мороза. Мама живет в Воронеже, там даже и бывает плюсовая температура, но очень скользко. Мы не двигаемся, мы сидим дома, мы боимся выйти. Соответственно, у нас атрофируются все мышцы, и мы сидим дома и понимаем, что мы начинаем грузными такими становиться, и тяжелыми. Самое страшное, что атрофируется и сердечная мышца, ведь она тоже состоит из мышечных волокон. И когда мы дома сидим, не двигаемся, то эти волокна, они теряют плотность. Сердечная мышца становится такой, знаете, рыхлой, дряблой, сердце бьется не в такт, отсюда начинаются разные проблемы. Кардиомиопатия, стенокардия,
тахикардия, ишемическая болезнь сердца, инфаркты, синдром внезапной коронарной смерти. Все это из-за малоподвижного образа жизни. Поэтому двигайтесь. Вот 10 минут на виброплатформе – это та самая зарядка, которая вернет плотность вашей сердечной мышцы, подарит ей тонус, сердце снова забьется в правильном ритме, а еще вы похудеете, укрепите свои суставы и даже укрепите иммунную систему. Но об этом чуть позже. Внимание, это высокоэффективный метод занятий. В традиционных занятиях в тренажерном зале активизируется только 40% мышечной ткани, а во время тренировок на вибро платформе показатель достигает до 100%. Смотри, я пришла на тренировку. Да. Я очень редко занимаюсь, раз в два месяца, наверное, на таких больших шарах, да, вот такой бол называется тренировка. Фитбол, да. Но моя тренер заболела, и вместо нее пришла девочка, которая дала нам целый час тренировки только на ягодичную мышцу. То есть, смотрите, я потом неделю сесть не могла. При этом перекачала руки, мышцы. Пресс и, например, мои, например, другие мышцы, они остались не задействованы. Потому что при тренировке задействуется только 40% мышц. А когда мы сидим на когда мы стоим на виброплатформе, даже если мы сидим в это время, как у нас работает 100% мышц тела. Посмотрите, как у Вячеслава интенсивно сокращаются мышцы ног, прорабатываются коленные суставы, прорабатываются мышцы голени, разгоняется кровь и даже работает мышцы пресса. Потому что все равно мы пресс подтягиваем, когда чувствуем такую вибрацию. Ну, смотри, у меня муж обратился к врачу узнать, сколько у него жировой ткани. Так. Ему сказали, сверху у вас, в принципе, нету много жировой ткани, но вот внутренние органы, они у вас заплывают жиром. Это что, правда? Это очень опасно, потому что висцеральный жир, он замещает собой ткани печени, ткани сердца. И вот представьте, была печень, она нормально работала, выводила токсины, а стала такая жировая подушечка, которая уже теряет свою функцию. Поэтому в перспективе даже может понадобиться трансплантация сердца или печени. Они у очень тучных людей уже просто теряют свою функцию. Поэтому худейте. И делайте это правильно, как наша Альбина. Посмотрите, после Нового года встала на весы и тут же встала на виброплатформу. И вот результат, минус 4 килограмма только с 10 января и красивый мышечный рельеф. Инновационное изобретение российского ученого Владимира Титовича Назарова и воплощенное виброплатформу немецким брендом Jazz. Успевайте дозвониться, откажитесь от гиподинамии, двигайтесь и поправляйте свое здоровье по лучшей цене сегодняшнего дня.